Что нам дает вообще эта плановость? Вот все плановость, плановость. Плановость нам нужна для того, чтобы мы понимали, что насколько детализации мы должны делать нашу работу. Очень важный момент. Внимание, да, детализации. Потому что та детализация, тот контраст, тот тон, тот свет, который мы используем на дальнем плане, не может быть применим в том же количестве на среднем или на переднем. Это важно. И когда вы для себя ответите, что да, вот у вас здесь есть, соответственно, у вас есть, сейчас одну секундочку, что у вас есть здесь передний план, средний план, там еще там первый, второй, третий, дальний, да, там и так далее. Вы уже прям, вы можете даже подписывать. Я такие задания давал своим ученикам. Чат в наличии. Чат в наличии. А где чат? Наверное, где-то чат есть. Окей. Соответственно. Потом вы, когда прям объясняете для себя, вот вы здесь мажете, это у вас раз, два, ну, три, четыре, четвертый план вот это, да, вы мажете четвертым, переходите вот здесь в третий, и для вас уже сразу, ага, это третий, значит, здесь должно что-то поменяться, то есть здесь все равно должны быть чуть другие мазки, чуть другой тон, мы будем это все еще обсуждать в течение игры, но я уже сразу, да, какие-то моменты проговариваю. И вот это ваша такая, это я отношу к таким теоретическим правилам, которые вы должны просто держать в голове, должны просто привыкнуть к тому, что это должно быть, это мысль в вашей голове. Вообще, что такое опытный художник от начинающего? Это в первую очередь то количество вот этих вот теоретических моментов, которые вот так позвянкивают в голове, когда он стоит возле станка. Вот, собственно говоря, и разница. Так. Соответственно, у нас здесь, как я уже сказал, можно выделить передний план, причем его тоже можно по факту на два, но давайте его объединим. Это вот эта вот часть кафе, потом это у нас часть дороги, я бы взял вот где-то вот здесь, вот часть дороги бы взял вместе с этим домом. Да? Вопрос был в чате, что это такое, это отражение или дом? Это дом, дорогие друзья, это не отражение, это просвечивающий дом на улице. Потом небольшая полосочка здесь будет у нас к дому и сам дом. У нас тут...